субботу, 23 января, во Владивостоке состоялись соревнования по подлетной рыбалке на акватории Амурского залива. Магазин «Водник» и компания «Тысяча размеров» выступили в качестве спонсоров мероприятия и предоставили ценные призы победителям. Скидка 10% на товары магазина полагалась всем участникам, а победители могли рассчитывать на моторные надувные лодки. Праздник открыл губернатор края Олег Кожемяка, который, кстати, сам принял участие в соревнованиях. Практически, наверное, каждый житель Приморского края, особенно Владивостока, тех прибрежных городов, так или иначе, связан с народной рыбалкой, связан с этим любимым делом, которым посвящаем выходные дни. Готовимся, выходим на лед заранее, готовим снаряжение. И сегодня народная рыбалка – это тот большой праздник, который объединяет всех нас. Правила простые. За 3 часа нужно поймать как можно больше рыбы, используя только одну удочку. Район улова ограничен спортивной набережной Владивостока. Место не самое уловистое, зато для проведения праздника подходит замечательно. Большинство рыбаков местные, однако на соревнования приехали также участники из регионов. Рыба начала ловиться почти сразу, но все больше мелкая. Навага и корюшка писуч. Рыба есть вообще? Вот она. Подходить нельзя, у нас условия жесткие, но вот я вот, да, вот такая вот, килограмма на 3, наверное, потянет. Тем временем на спортивной набережной в большом котле варилась ароматная уха, и каждый мог ее отведать совершенно бесплатно. А рядом на огне жарилась настоящая дальневосточная корюшка. А скажите, вообще попробовать можно это все дело? Можно, там очередь. Это все очередь? А без очереди? А здесь очередь, да? Начинается или заканчивается? Вот здесь. Отлично. Было много веселых конкурсов, но более всего интерес публики привлек мотобуксировщик «Паксус» от магазина «Водник», который бесплатно возил всех желающих по льду Амурского залива. Выстроилась приличная очередь. Это вот по кваже получается где-то километров 25 идем. 25, ровненько, да? То есть, да, вообще прекрасно, на вариаторе. Просто вкусно. Зима зимой, однако лето не за горами. Все желающие могли вживую рассмотреть катер «Феникс 600 Хардтоп». Дилером этой марки в Приморье является компания «Тысяча размеров». Вот только что прошла ракета, которая сигнализирует об окончании зачетного времени. Сейчас рыбаки будут возвращаться, вот, а мы тем временем немножко перекусим. Проходите дальше, проходите. Давайте, дальше. Проходим, побольше нам, пожалуйста, покрупнее рыбку. Вот. Все, вот это мне, да? Да, забирайте. Все, спасибо, девчонки, спасибо, очень здорово. По окончании зачетного времени все рыбаки сдали свой улов на взвешивание. Рыба в большинстве своем была мелкая, поэтому все решало именно количество. И счет шел не на килограммы, а на граммы. В ожидании результатов был проведен конкурс «Самый быстрый бул». И победители, конечно, тоже получили призы. Призов и наград в этот субботний день было много. Рыболовная семья, рыбачка дня, самый юный участник. И, конечно же, победитель в абсолютном зачете. Им стал Олег Кучма. Его улов составил чуть более килограмма. Однако этого вполне хватило, чтобы стать обладателем главного приза – надувной лодки с новым мотором Suzuki 9.9. Очень популярный народный комплект. Вы наши покупатели, да? Есть? Да, у нас мотор есть от вашей фирмы. Да. А у вас нет, да? Нет, к сожалению. Пока еще не было. Ну, не было, а сейчас он появится. Да, мы тоже придем за мотором. А вы придете за моторчиком. Да. У вас, вы можете... Компания «Тысяча размеров» желает всем рыбакам ни хвоста, ни чешуи. И, конечно же, ждем вас в наших магазинах «Водник». Магазин «Водник» приглашает вас обновить снаряжение для летнего отдыха. Надувные лодки, гребные и моторные, маленькие и большие. К ним надежные японские моторы с официальной гарантией. Прицепы МЗСА. Выбор огромный, есть модели для дачников. И, конечно же, море разнообразного снабжения для владельцев катеров и моторных лодок. Владивосток, Хабаровск, Находка. Всегда рады встрече вживую. Покупайте онлайн. У нас удобный интернет-магазин.